Значит, вы мне уже давали свой ответ на вопрос. На экзамене у вас будет два вопроса. Два вопроса вы выбираете и отвечаете, соответственно. Так, и к сегодняшнему дню надо было приготовить анализ коллективного договора. Вы приготовили, да? Да. Вот я хотел бы вам такой вариант предложить, как вы к этому отнесетесь, что вы встанете или сядете на мое место и этот анализ, так сказать, расскажете, опираясь на свой материал, который вы подготовили. По-моему, это будет неплохо. На камеру будет сниматься? Ну, а что? Ну, нет, тогда я не согласен. А почему? А что вас тут смущает? А как вы хотите научиться? Надо приучиться к этому, как... Я вот хочу сказать, как надо к этому относиться. Мы сейчас вступили в такое время, когда все может быть записано. Абсолютно. Тогда вас никто не спрашивает. Да вот сейчас вот тут видно, что записывает. А можно записывать так, что не видно, что будет записывать. Я однажды обращался в свое время, когда был кандидатом народный депутат СССР по национально-территориальному округу. У нас такой был проект, продвигался, Лисий нос. В Лисьем носу собирались сделать там развлекательный центр. И это предполагало значительное уничтожение там природных ресурсов, в том числе водных, зеленых и прочие безобразия. И я обратился, решил обратиться как кандидат в ФСБ. Пришел. Тогда это было еще КГБ. Пришел в большой дом. Вот, и говорю, так и так, вот я вот хочу обратиться к вам с заявлением. Значит, меня пригласили. Товарищ достал такую папочку и спрашивает, вы не возражаете, что я буду записывать? И достал такой тоненький механизм, из которого мне стало ясно, что если бы я и возразил, то, в общем, он бы лежал спокойно у него в сумочке и прекрасно бы и записывал. Вот. А что касается видео, как вы знаете, вот все эти камеры слежения и прочее, они же записывают подряд все. И невзирая ни на лица, ни на что. Тем более, что в автомобилях тоже есть соответствующие камеры, которые фиксируют видеорегистратор. Ну и относиться нужно к этому так, что вот в современную эпоху, сейчас, при такой развитости всяких средств, любые действия, которые там совершаются, высказывания, обсуждения, заявления, они не могут быть какие-то достоянием секретным, или это надо супер какие-то меры предпринимать, чтобы это было секретно. Хочу вам привести один такой пример. Есть такое издание, называется «Ленин. Биографическая хроника». 12 томов. 12 томов. Издание Института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС. Там расписано буквально по минутам, куда Ленин ходил, с кем разговаривал, с кем встречался, когда начиналось, когда кончалось и так далее. И так расписана его жизнедеятельность. Спрашивается, кто это сделал? Кому обязан Институт марксизма и ленинизма при ЦК КПСС? Он обязан царской охранке, которая тщательнейшим образом исследовала, изучала эту деятельность, как бы протоколировала. Поэтому, так сказать, ну, в наше время средства продвинулись так далеко, что не требуется такого протоколирования, какое раньше было, путем, так сказать, слежки и слежения и так далее. А сейчас картина принципиально другая. Так сказать, вся деятельность практически открыта. Хотя нас вот спрашивают, какие вы там персональные данные там считаете возможным ваши давать. Я говорю, мои можно давать? Все. И вот представьте себе, что вы сидите на веранде летом, она застекленная, люди мимо идут и видят, как вы пьете чай. Ну, вот примерно так же надо относиться, как вы на это реагируете. Ну, пьете себе и пьете чай. Поэтому я думаю, что один из элементов обучения, в том числе и бакалавров, это умение публично выступать. А как этому научиться? Какой способ учиться плавать?
Есть хоть один человек, который научился плавать на берегу или из теоретических занятий? Такого не было. Значит, единственный способ научиться плавать – это плавать. Ну, как вот научиться публичным выступлением или приобрести опыт или привычку, скажем, публичным выступлением. Я имею в виду не то, чтобы человек не боялся вообще публичных выступлений, а то, что он, находясь в такой сфере публичных выступлений, то есть тогда, когда его записывают, и когда его, так сказать, о грехи или ошибки, они не только им фиксируются, но фиксируются и другими, он должен сохранять такой критический к себе подход, в том смысле, что он контролирует то, что он говорит. Ну, и если говорить афористично, то когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. Вот этот принцип, это очень немногие могут его выдерживать, потому что если вы возьмете различных деятелей партийных, таких как Хрущев, вот если он уйдет от текста, он начинает там молоть несусветную чушь. Это касается и других, которые, так сказать, только вот текста придерживаются и так далее. Потому что если человек не привык за собой контролировать, то он может действительно какой-то потом, не тогда, когда вот сейчас процесс учебы, какое отношение к ошибкам, некоторым ошибкам тех, кто обучается. Ну, как к обучающимся, разве можно минусом или каким-то недостатком считать какие-то недостатки того, кто еще не закончил обучение. Так человек не закончил обучение. Другое дело, скажем, к ошибкам и недостаткам отношения того, как кто является там доцентом, профессором и так далее, он как бы имеет соответствующие документы, тем не менее он это не может сформулировать или не думает о том, что он говорит, или он торопится, тараторит, высказывает, потому что человек должен обдумывать в ходе выступления и высказывать и говорить. Вот. И я хочу сказать, что у меня вот первые какие-то публичные были выступления, когда и таких записей не было, ну, я чувствовал себя очень нехорошо. Просто такой чуть большой зал, люди что-то говорят. Вот. Никто меня не слушал, естественно. Я там что-то зачитывал и так далее. Но это вот прежние воспоминания. А с другой стороны, вот какая-то практика, которая есть, она только положительная. А где вы ее еще приобретете? За рамками университета у нас такая возможность есть. Поэтому вот я думаю, что это вот хороший элемент. Тем более для магистров. Магистр – это как человек уже... Непростое высшее образование. Человек, который может объяснить, рассказать, доказать. Тем более я вас слушал, я бы не предлагал, если бы не видел, если бы у вас были выступления неудачные. Они вполне у вас, так сказать, достойные, приличные, хорошие. А? Ну, когда вы вот здесь выступали, я же спрашивал вас, вы высказывались, да, по этим, и видел ваше, то, что вы написали. Так что я считаю, что у вас такая достаточная подготовка для того, чтобы сейчас уверенно чувствовать. А от чего не хватает? Не хватает тренировки. Вот у нас сейчас появилось время для тренировки. И этого времени у нас вот сегодня и вот еще один раз, правильно? Вот я хотел предложить вам, как людям сознательным уже и достаточно взрослым, чтобы такую тренировку устроить. Кстати, ваши коллеги, если вы можете посмотреть, тоже выступали с такими сообщениями. И достаточно удачно, хорошо и с большой пользой. Так что это не первый раз и не с вас начинается. Вот. Естественно, там, а те, кто думает, что вы здесь какой-то ерундой занимаетесь, если это ваши родственники, для них даже можно и показать. Сначала вы сами посмотрите, стоит показывать или нет. Кому показывать, стоит это. Обычно никто там не будет там лазать и искать без нужды. Правильно? Ну, я уже на телевизоре засветился в мае по федеральным каналам. Ну? Был у меня опыт. И что? Ну, так вот, а тем более? Ну, это было внезапно, я просто попросил дать коротенькое интервью о мероприятии, которое проводилось. Ну вот. Ну вот. Ну, это вот, это хорошо. Здравствуйте. У меня были такого рода, значит, ситуации. Мне однажды пришлось выступать. Здравствуйте. Выступать в Пятом колесе в прямом эфире в течение... В дискуссии участвовали в течение 5 часов. Значит, дискуссия была связана с тем, что вы, наверное, слышали такой из драматург Шатров. Он, так сказать, ленинские пьесы сделал. Много разных. «Так победим», «Синий конь на красной траве», «Дальше, дальше, дальше». Ну вот, мы делали их анализ с точки зрения соответствия текстам. Текст там извращался, ну просто... А у меня так совпало, что я рецензировал
сборники ленинские как раз для журнала «Молодая гвардия». Ну и в отличие от других товарищей, которые пришли в театр и, так сказать, смотрят и, так сказать, восхищаются, я видел, что там все, так сказать, перебрано. Перебрано в точности да наоборот. И, скажем, Ленину приписываются слова Троцкого неоднократно. Ну и мы об этом сделали такую передачу небольшую телевизионную вместе с коллегами. Коллеги, это был профессор Смирнов, заведующий кафедрой политэкономии, из кафедры истории партии доцент Муравьев. Ну и после этого, значит, Шатров заявил телевидению, что он приедет сюда и даст бой нам. Ну, на бой там, кроме меня, никто не, что-то не пошел. Поэтому получилось, что мне пришлось там эту же позицию оставить одному, что имело целый ряд преимуществ, потому что если вот вы идете один, то ну, другая сторона, сколько бы она между собой не перекидывала мяч, она когда-то даст слово. Она же не может не дать слово, правильно? Вот на другой стороне был Логинов, который его соавтор по фильму «Доверие» и «Ленин в Польше». Вот. И доктор исторических наук, и два доктора исторических наук из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Один Соболев Геннадий Леонтьевич, потом мы вместе работали в УПК, и Вилли Старцев из педагогического университета. Ну вот, так сказать, там было три доктора исторических наук и товарищ Шатров. Ну а я был как кандидат экономических наук в то время. Ну и у нас была довольно-таки хорошая беседа на равных, после которой меня, в общем, уже так часто уже не приглашали на телевидение, поскольку это связано с тем, что, так сказать, не всегда получается, что тот, кто выступает и кажется, что он выиграет, он выигрывает. И я хочу сказать, что это вот мне... Это относится и ко всяким внезапным таким вещам. Вот у нас подвигался проект Фонда рабочей академии, уже по нашей тематике. И вот одним из тех, кто выступил с альтернативным проектом, был депутат Голов. Я его хорошо знаю, потому что я был секретарем комсомольской организации «Матмеха», а он был у меня культсектор. Учился на двойке. Потом он купил себе золоченые очки, мобильный телефон и стал депутатом Госдумы. А проект у него был такой, что, ну, если вы знаете, всегда в кодексах любой страны пишется, с какого времени люди начинают трудиться. С 16 лет, в некоторых случаях с 15, редко с 14, там, в ограниченных объемах. А вот там, в проекте Трудового кодекса Голова, в яблочном проекте, там стояла работа детям до 8 лет, не более 120 часов в год. Ну вот я и другие мои коллеги расценили это как своего рода ворота, которые юридически открываются для создания детских публичных домов, потому что никакой другой работы детям до 8 лет как-то никто предположить не мог. Ну и вот со мной такая была беседа на телевидении. И что, говорит, вы так вот и оцените? Я говорю, я так и оценю. Ну вот так получилось, что Голов приехал сюда, в Ленинград, где-то в 6 часов. Мне позвонили, говорят, а вы не можете выступить, так сказать, в дискуссии, поспорить с Головом? Пожалуйста, во сколько? В 7 часов надо бы, в 7 часов будет дискуссия. Я вот приехал, и мы провели такое обсуждение. Я вот то, что вам рассказываю, сказал, и ничего товарищ Голов возразить не мог, потому что это, к сожалению, правда. И, конечно, его проект провалился в итоге, а наш проект набрал 189 голосов. Депутата Государственной Думы получил второе место. Вот, поэтому я вот такую практику, думаю, что надо к таким публичным выступлениям готовиться. Это, конечно, элемент подготовки магистра, безусловно. О чем идет речь? Значит, я всех просил подготовить отзыв, анализ коллективного договора. И хотел бы вас попросить вот сесть на это место мое, или встать на это место и сделать анализ публично, так сказать, для народа. Как, вы готовы к этому? Да. Вот вы готовы. А вы посмотрите и потом пойдете, да? Да. А?
Ты не понимаешь, как это происходило. Давайте. Это будет интересно и полезно, а мы с удовольствием послушаем. Мне, например, себя уже надоело слушать. Она у вас нет. Ну, видите, какой у нас обмен любезностей. В общем, я подготовила отзыв на... Сначала себя, пожалуйста, назовите. Меня зовут Дина Валерия, студентка второго курса магистратуры «Практическая конфликтология». И чуть-чуть погромче. А можно положить микрофон? А можно микрофон положить? Я сейчас положу, чтобы вас было слышно хорошо. Значит, мой отзыв на коллективный договор закрытого акционерного общества «Первый контейнерный терминал» за 2008-2011 года. Так. В общем, коллективный договор посвящен развитию и улучшению трудовых отношений, разрешению споров жизнедеятельности предприятий, неурегулированным трудовым кодексом, в интересах развития работников и производства в целом. Коллективный договор заключен между работодателем и закрытым акционерным обществом «Первый контейнерный терминал» в лице генерального директора, действующего на основании устава организации, и работниками организации в лице единого представительского органа «Первый контейнерный терминал». Коллективный договор является важнейшей формой регулирования социально-трудовых отношений в современных условиях. Так я, значит, выделила для себя. Коллективный договор включает в себя документы, подтверждающие заключение сторонами коллективного договора и внесение в него изменений и дополнений. Вторым этапом является основной текст коллективного договора между работодателем и работниками организации за 2008-2011 года по состоянию на 1 февраля 2008 года. Но в самом коллективном договоре я нашла опечатку. Потому как тут написано, что он является вступает в силу с 1 февраля 2005 года. Но... Это говорит как раз о том, что этот протокол, этот договор имеет длительную историю. Но проведя исследование в интернете, я выявила, что перед этим был еще один коллективный договор, именно тем же первым контейнерным терминалом, да. Был он заключен с 2005 года как раз таки, по 2008 на 3 года. Да. Я думаю, что скорее всего в процессе переделки этого коллективного договора была произведена опечатка. И вообще движение коллективного договора в том состоит, что добавляются какие-то новые пункты, новые разделы, изменяется что-то, корректируется и так далее. Но основной текст остается тем же самым. Основной текст остается и он пробивается. И поэтому, видите, он достаточно объемный. Получается, такой сразу не напишешь. Но на самом деле с предыдущим, когда я сравнила, этот коллективный договор уже менее... В общем, по количеству даже тех же приложений, он намного меньше предыдущего. Какие-то, возможно, были совмещены, какие-то были дороботаны, и потому он меньше. И можно еще добавить, что вот этот протокол был продлен потом. Вот этот тоже протокол. Да, я видела. Угу. Также данный коллективный договор включает в себя приложение к коллективному договору с учетом внесенных изменений и дополнений. Мой анализ коллективного договора показывает, что он отражает все основные стороны социально-трудовых отношений, а именно организацию производства со страницы 7 по 10, обеспечение занятости со страницы 10 по 13, охрану труда и здоровья с 13 по 21, регулирование рабочего времени с 21 по 24, оплату труда с 24 по 28, социальные гарантии и льготы с 28 по 32 и гарантии профсоюзной деятельности работника с 32 по 34. Особо следует отметить глубину и тщательность проработки коллективным договором социально-трудовых вопросов отдельных существующих сторон, что нашло отражение в 31-м приложении к нему. Я выделила его относительно всех. Все, естественно, имеют значимость и имеют отношение к работе. Но 31-го приложения – это соглашение об ограничении и привлечении сторонами работников. Оно, как я выделила, оно самое важное. Условием развития предприятия является стабильность взаимоотношений между администрацией и работниками. Срок действия коллективного договора – 3 года. Настоящий коллективный договор действует на 6 лет с момента вступления его в силу, со дня именно подписания. Настоящий коллективный договор действует...
Так, с момента вступления его в силу. Пункт 1.2 коллективного договора позволяет предприятию иметь хорошие гарантии и устойчивость хозяйственной деятельности. В силу своей остроты и сложности особое место в коллективном договоре занимает вопрос регулирования оплаты и повышения уровня реального содержания заработной платы. Существенным моментом договора является развивающие трудовые отношения, является зафиксированная в коллективном договоре корректировка размера тарифных ставок на уровень инфляции. Это плюс 20% темпа прироста производительности труда. А также она прописывается в приложении 24 коллективного договора. Данное положение согласовывает интересы администрации предприятия и работников через механизм привязки повышения заработной платы к росту производительности труда. Учитывая сложившуюся в экономике крайне острую ситуацию и обеспечение производства квалифицированной работы силой, положительной оценки заслуживает совместное решение администрации работников сохранения численности докеров-механиков. Также прописывается в пункте 3.2.1 механизаторов. И дополнительные мероприятия сохранения рабочих мест в случаях реорганизации. Также прописывается в пунктах 3.2.6, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.21. Ладно, уже дойду по тексту, потом добавлю. Исходя из изучения данного коллективного договора, обеспечение приоритета жизни и здоровья работников коллективным договором тщательно проработано также. И особенно внимательно отнесены к проблемам после выхода на пенсию. Также тщательно было уделено внимание сохранению здоровья работников и повышению их трудовой отдачи и производительности труда. Коллективный договор также идет, если говорить об актуальности, идет в ногу со временем и следует государственной политике, также трудовым кодексам, все корректно прописано. То есть, вот вы сказали, все прописано. А в коллективном договоре есть смысл оставлять то, что только прописано? Нет, он для того и существует, что в нем прописываются именно нюансы, но они должны быть в соответствии с трудовым кодексом. А что там в соответствии? Лучше могут быть? Ну, могут, да, конечно. Но не хуже, но не ущемление. Хуже не могут быть. А да, лучше, а лучше могут, да. Да. Так, ну и в заключение, что хотела сказать, при работе над совершенствованием коллективного договора хотелось бы добавить, что стоит рассмотреть возможность включения в коллективный договор положений, использующихся в частные какие-то формы социально-трудовых отношений, например, как добровольного страхования работников. Очень мало об этом сказано, потому что работа на таком предприятии включает в себя, естественно, какие-то риски за жизнь. И дополнительно. А вы заметили, там есть такой фонд «Капитан» страховой какой-то. Мало, да? Мало очень. Вот. Ну и дополнительного пенсионного страхования за счет предприятия после выхода на пенсию, потому что работа все-таки за длительный срок, ну, спустя длительный срок должна включать какие-то льготы все-таки в себя. Как вторым пунктом, целью дальнейшего развития отношений социального партнерства и стимуляции работников прибыли организации, хотелось бы, чтобы в коллективный договор включены были какие-то партнерские отношения, опять же, и льготы для работников в связи с заключением дополнительных каких-то договоров. Ну а так, в целом, коллективный договор является примером взвешенного подхода отношений между администрацией и работниками предприятия. Его можно оценить как один из лучших в России коллективных договоров в плане современной практики социального партнерства. Спасибо, замечательно. Поговорили. Ну, вот я и послушал бы вас. Раз это дорога проложена, теперь не буду. Зовут меня Артем Брусенец,
Я представляю отзыв на коллективный трудовой договор за первый контейнерный терминал на 2008-2011 годы. Коллективный договор за первый контейнерный терминал заключен в 2010 году между работодателем и работниками в соответствии с действующими правовыми нормами Российской Федерации. По своему содержанию договор является важнейшим внутренним локальным нормативным правовым актом, содержащим обязательства работодателя и работников по отношению друг к другу. Коллективный договор ЗАО «Первый контейнерный терминал» состоит из двух частей – основного текста договора и приложений в количестве 33 штук. Основной текст договора включает в себя введение и основные обязанности работодателя и работников по таким аспектам сотрудничества, как организация производства, обеспечение занятости, охрана труда и здоровья, рабочее время, оплата труда, социальные гарантии и льготы и гарантии профсоюзной деятельности работников. Также в первой части содержится положение по контролю выполнения условий коллективного договора, а также подготовке проекта нового коллективного договора. Вторая часть его включает в себя приложение, которое подробно регламентирует ряд аспектов производственной деятельности организации. Коллективный договор позволяет руководству организации не только улучшить условия трудовых отношений, но и позаботиться о себе, так как довольно часто в нормативных актах имеются ссылки, позволяющие учесть расходы при исчислении некоторых налогов, если они предусмотрены коллективным договором. Также коллективный договор поможет обосновать расходы, нормирование которых не предусмотрено законодательными актами. Создание подобного документа несет в себе преимущество, в частности, помогает сократить объем кадрового документа оборота. В больших организациях руководитель зачастую не контактирует с каждым работником и не имеет возможности оговорить все аспекты трудовых отношений в трудовом договоре, заключаемом с работником. Ведь если в нем будут перечислены каждый отдельный момент, связанный с каждым конкретным работником, то он расширится до неузнаваемости. Поэтому вышесказанное позволяет сделать вывод о естественной целесообразности взаимодействия с сотрудниками через коллективный договор, а в трудовых договорах ссылаться на общие правила. Следующим преимуществом коллективного договора для организации является снижение налоговой базы по налогу на прибыль, если в оном преимуществ предусмотрены расходы на бесплатное или льготное питание, оплату проезда к месту работы и обратно на общественном транспорте или служебном автобусе, надбавки к тарифным ставкам и окладам, премии за достижения в труде, доплаты в повышенном размере за совмещение, работу в выходные и праздничные дни, выходные пособия при расторжении трудового договора. Отсюда следует, что коллективный договор служит доказательством обоснованности затрат учреждения. Актуальность договора обусловлена тем, что его заключение ведет к началу трудовых отношений, трудовой деятельности, а соответственно возможности получения заработной платы на данном конкретном поприще. Трудовая деятельность является важнейшим элементом жизни человека и гражданина. Рабочее место является для большинства граждан средством обеспечения жизни, финансового благополучия, социализации, культурного развития и воспитания. Практическая значимость договора заключается в функции его как регулятора социально-трудовых и даже бытовых отношений. Трудовой договор закрепляет договорной характер установления трудовых правоотношений, свободу включения граждан в трудовой коллектив предприятия, учреждения и организации. Он регулирует трудовые отношения, как отношения по найму, которые возникают между работодателями и наемными работниками. Аналогичный договор может быть использован на любых предприятиях в Российской Федерации с тем содержанием, которое будет устраивать работодателя или работодателей и работников. В целом договор заслуживает высокой оценки. Обе стороны провели большую и кропотливую работу, результатом которой стал большой документ, учитывающий и регламентирующий трудовую жизнь, имеющий реальное практическое применение. Помимо этого, договор также предусматривает наличие механизмов эффективного разрешения возникающих конфликтов. Его условиями предусмотрено создание такой рабочей атмосферы, при которой разрешение конфликтов происходило бы исключительно путем переговоров на основе равноправия и взаимоуважения. Спасибо. Спасибо. Значит, я хотел бы обратить внимание на такие моменты. Во-первых, хороший коллективный договор в современной России – это редкость. Если кто думает, что он хороший коллективный договор был очень распространен в Советском Союзе, то он ошибается. Потому что, вот, скажем, в Ленинграде договора были на пятой части только предприятия заключены. То есть никакой ведь обязательной нормы о том, что везде должен быть коллдоговор, нету. Точно так же, как нет такой нормы, что вот должна быть комиссия по разрешению коллективных трудовых споров. Вот если кто-то выступит с инициативой, одна сторона, а другая поддержит, вот тогда, скажем, решение КТС, оно, не доводя какой-то вопрос до суда, вот вы как раз говорили о партнерских отношениях, это решение КТС, оно считается, как бы,
таким же судебным решением, как исполнительный лист. И должно реализовываться в обычном порядке, в порядке исполнительного производства. Но если нет такого органа, ну, значит, тогда начинают работники обращаться в суд, или администрация начинает обращаться в суд в связи с тем или иным поведением работника, и тогда этот конфликт куда-то выплескивается далеко. То же самое в отношении договоров. Чем больше урегулировано вопросов в коллективных договорах, оно очень подробное получается, коллективный договор, тем, следовательно, меньше конфликтов по тем вопросам, которые уже урегулированы. Правда, раз они урегулированы, по каким вопросам может быть забастовка? Ну вот иногда ставится вопрос, а вы в связи с тем, что у нас вот принимается коллективный договор, так сказать, вот напишите, что вы отказываетесь от, что вы не будете бастовать. Ну вот опытные профсоюзные организации обычно на это не идут. Почему? Потому что вот есть конституционное право, право на забастовку. Это конституционное право, оно означает, что труд не является принудительным, что не при всех условиях обязаны трудиться у этого работодателя. Поэтому обычно ответ так бывает такой, что мы вот по тем вопросам, которые нам удалось регулировать с вами, естественно, бастовать не будем в течение всего срока. Если мы договорились на 3 года, вот на такие условия, то мы, как партнеры, будем выдерживать те нормы, которые установлены. Ну а по тем вопросам, по которым мы не договорились, значит, могут быть и забастовки, но только по другим вопросам. Вдруг они возникнут. Мы не знаем, что может быть за 3 года. А вы знаете, как бывает. За 3 года может быть и ликвидация предприятий, и может быть реорганизация. А могут и провороваться некоторые хозяева этих предприятий и так далее. Правда? Сколько угодно всяких случаев есть, поэтому, разумеется, просто взять и отказаться от конституционного права вообще, конечно, нельзя. Но вот по тем вопросам, которые регулированы, по тем вопросам, понятно, никаких конфликтов не совершается в это время. Поэтому в этом смысле, конечно, вот вы на эту тему уже говорили, отмечали, что вот легче, так сказать, взаимодействовать, поскольку невозможно, так сказать, все варианты описать, да, и все комбинации, которые могут быть, поэтому предпочтительнее говорить с представителями работников. Вот в связи с этим я хочу сказать, что на одно из первых мест встает, который, с которым связано заключение, само заключение коллективных договоров, это вопрос о представительстве. Значит, с формальной стороны может собраться коллектив, и некоторой группе лиц, любой, какой он захочет, поручить составление коллективного договора и заключение представительства по вопросу о коллективном договоре и проводить переговоры и заключать коллективный договор. Но если в этой организации работники не поднялись до того, что они имеют свою профсоюзную организацию, то, конечно, шансов на то, что они смогут собрать вообще конференцию или собрание коллектива, очень мало. Кроме каких-то вот вспышек, когда бывают стихийные забастовки, все сразу остановились, никакой процедуры не проводили, и администрация, видя такую ситуацию, тоже старается пойти на уступки. И они, так сказать, гасятся, эти забастовки, и все. Ну и серьезных решений это не дает. Что касается представительства со стороны профсоюзов, у нас существует такая норма, которую очень сильно продвигала Федерация профсоюзов России, которая одной ногой стоит в Единой России, а другой ногой оно как бы стоит в гуще масс. Поэтому получается, с одной стороны, она представитель работодателя, а с другой стороны, представитель работника. Или приводной ремень от партии правящей, от Единой России к трудящимся. Например, товарищ Исаев является секретарем ФНПР и входит в Генсовет Единой России одновременно. Он очень активно выступал в период разработки Трудового кодекса. Тогда был специальный проект 8. То есть представители профсоюзов такой проект внесли. Ну, потом как-то вот после того, как он был замечен в потасовке в самолете, видимо, не вполне в трезвом виде, ну, как-то его активность такая на горизонте публичном ослабла. Но в целом вот эта вот уния такая профсоюзов, ФНПР и Единой России сохранилась. И с этим связано то, что все нормы подогнаны вот под
те профсоюзы, в которых имеется большинство работников. А большинство работников в САРах, профсоюзах бывших советских. Вот как там принято было, что 90% членов профсоюза. Так они раньше надо было, чтобы уплачивать взносы, принести живые деньги и марочку клеили. Если бы сегодня на это перешли, не факт, что вот столько бы осталось в профсоюзе людей, сколько сейчас. А сейчас это делается так, что профсоюзные взносы по заявлению работника, которые стандартно пишутся, всем раздаются членам профсоюза, они их подписывают, не видя, так сказать, сколько денег с них берут. И после этого администрация снимает по просьбе профсоюзной организации и перечисляет на счет профсоюза. Вот вам партнерство, тоже известное партнерство. Собрать деньги, и они поступают, сначала они деньги как бы работников, но с этих работников одновременно берут с 13%, которые представляют собой подоходный налог, профсоюзные взносы, и их работники этих денег уже не видят. А если взять новые организации или организации, где не было профсоюзов, то там очень часто не в большинстве. Вот докеры в большинстве в стивидорных компаниях по той простой причине, что эти стивидорные компании организационно были выделены в отдельные компании, хотя у них хозяин один. Я вам говорю, что у нас в порту существуют разные собственники. По крайней мере, есть миллиардер Лисин, у него сейчас Омарпорт СПБ и две стивидорные компании, которые раньше были отдельно, они теперь вошли в Омарпорт СПБ, где, сказать, которая была управляющей компанией, и там в основном состав нерабочий. И там никого не было из профсоюза докеров. И сразу появилась проблема представительства. На первых порах представительствовали докеры, а затем администрация создала профсоюз «Портовик», и с того времени, так сказать, заключает фактически договор с ним. Там три профсоюза оказалось. Профсоюз «Портовик», профсоюз работников водного транспорта, там немного человек, сотни человек, не больше, и порядка 300-350 человек, членов профсоюза докеров. Ну и получилось, что докеры оказались в меньшинстве. Раз они оказались в меньшинстве, то посыпались нормы этого самого коллективного договора, и коллективный договор ухудшился. Вот после того, как состоялась встреча с вице-губернатором докеров Омарпорт СПБ, после этого, значит, вице-губернатор взял на себя обязанность исследовать, какие нормы ухудшились. И если я вам неделю даю для изучения коллективного договора, то вот товарищ Албин попросил 3 месяца на изучение, какие нормы стали хуже. Хотя, я думаю, вы в состоянии, и вы в состоянии сказать, что в этом коллективном договоре было так, а в этом стало хуже. Да, и я думаю, что за неделю вы бы справились. Но я думаю, что с точки зрения отстаивания интересов работодателя, конечно, хорошо, так сказать, отложить на 3 месяца. Вопрос, так сказать, с итальянскими забастовками он как бы снялся. Хотя, как высказывается администрация, что вот, дескать, уже вроде объявил профсоюз докеров, что закончилась итальянская забастовка, а все равно выработка не вышла на тот уровень, на котором была. А на каком уровне она была? Она была на уровне 180-160% норм. И вот вы не выполнили нашу договоренность, и теперь вроде нет никакой итальянской забастовки, но нет вот желания выполнять нормы на 180-160%. Вы можете заставить? Могу я вас заставить вот работать? Сейчас вот мы закончим, а после этого давайте еще останемся, еще позанимаемся, потом еще позанимаемся. А вы скажете, ну, мы не против занятия, но давайте как-то все в меру и так далее. А мера – это норма. Поэтому удивляться, если бы, скажем, речь шла о том, что они не выполняют что-нибудь, а речь идет о том, что, дескать, они не проявляют энтузиазма. А какой энтузиазм, если одна сторона социального партнерства, она свои договоренности не выполняет, то и другая сторона социального партнерства начинает относиться по какому принципу? Вы нам даете разбавленную зарплату, мы вам даем разбавленную работу. Вот что тогда происходит. А вот мудрую политику проводил профсоюзный комитет, очень мудрую, вот того самого ЗАО, коллективный договор, которого мы анализируем. В чем мудрость состоит? Там есть профсоюз работников водного транспорта. Он входит в НПР. Вместо того, чтобы затеять межпрофсоюзную потасовку, которая есть на всех других стивидорных, во всех других стивидорных компаниях и других
организациях в порту. Значит, профсоюз докеров в лице правкома предложил представителям профсоюза работников водного транспорта, там рабочая механизация в основном, создать единый представительный орган, что позволяет Трудовой кодекс. А в этом едином представительном органе руководителем является председатель правкома докеров, а заместителем председатель профсоюза работников водного транспорта. В соответствии с численностью у докеров большинство, и ПРВТ меньшинство. Ну и у них постоянное, значит, с большим превышением, более чем 50% состоит в профсоюзе, в двух профсоюзах. Хотя, например, второй профсоюз он бы не мог представительствовать вообще и не мог бы иметь, так сказать, возможности влиять как-то на дела в этом социальном партнерстве. А раз большинство, то профсоюз это осуществляет работу. И, как выяснилось, это очень даже не зря было сделано и очень мудро. Почему? Потому что в последнее время изменился собственник. И если раньше там был такой миллиардер Южилин, по сравнению с Лисиным маленький миллиардер, то теперь это Global Ports. А Global Ports, я вам уже говорил, это такая крупная компания, международная. Но ее представителем здесь является Баумгартнер, известный, так сказать, скандально известный по ситуации с Уралкалием и Белкалием в Белоруссии. Это тот, кого пригласил Лукашенко, и, так сказать, его там арестовали и продержали в СИЗО, заведя на него уголовное дело в связи с попыткой, значит, разрушить целую компанию государства. Поэтому там наступили, с точки зрения экономической, плохие времена для работников. Сократилась загрузка, то есть вдвое грузопотока, хотя во всех компаниях порта идет рост, а здесь вдруг сокращение. Это говорит об искусственном, конечно, сокращении грузопотока. И в этой ситуации что стало происходить? Вот стало происходить интересное такое явление. Поскольку администрация, ну, не рискует здесь, так сказать, как-то идти на конфликт с профсоюзной организацией, она предлагает обычно тем, кто не членом профсоюза, уволиться. И не члены профсоюза увольняются, потому что у них защиты от такой нет, как у членов профсоюза. Члены профсоюза докеров, в общем, без санкций профсоюза уволены быть не могут. Это раз. А члены профсоюза докеров тоже, пожилым некоторым, предлагают, значит, достаточно большую сумму денег, чтобы они, так сказать, решились на то, чтобы уйти из докеров. В итоге что получилось? Вот в ходе вот этих, в этой непростой ситуации, которая сложилась, экономической, процент членов профсоюза в коллективе вырос. То есть уходили, как бы вымывались из коллектива те, кто не состояли в профсоюзе, ну или уходили по возрасту, по болезни, по всяким другим причинам, а ядро коллектива, оно сохранилось, и в этом смысле сохранился работоспособный состав, который, я думаю, и в интересах работодателя. То есть остались, так сказать, люди достаточно молодые, зрелые, опытные, в состоянии, которые работать очень высококвалифицированно. И несмотря на то, что такие непростые сложились условия, ну вот, можно сказать, что такого какого-то резкого падения жизненного уровня не произошло у работников. И я тоже присоединяюсь к вот вашим словам насчет того, что это вот действительно хорошее, и вы это отмечали, что это хороший договор. Действительно, это один из лучших коллективных договоров. И он составлен вот таким методом, тоже неконфликтным, в том плане, что сначала заключается договор по некоторым основным параметрам, так, он заключен, значит, он уже есть. А раз он уже есть, можно думать о приложении номер один. Приложение номер один, по нему проводятся переговоры. Это уже, так сказать, переговоры на той почве, что есть уже заключенный договор. Это некое дополнение к коллективному договору. Если успешно проведены переговоры и заключено соглашение, они приобщаются к тому договору, который есть. Получился более полный договор. Итак, я думаю, что если вы так прикинете, если тут 33 приложения, каждое приложение требовало в течение нескольких месяцев переговоров.
То есть это очень большая работа, и там постоянно идут, не так обстоит дело, что вдруг через 3 года встречаются впервые представители работодателя, представители работодателя. Это постоянно идет обсуждение. И прекрасно знают, значит, те, кто, кого направляет профорганизация вести эти переговоры, прекрасно знают и замдиректора по экономике, и замдиректора по финансам, и замдиректора по режиму. И те знают, с кем они общаются и кого они представляют, как, причем знают как хороших работников, ну и как людей толковых, умных, которые, в общем, в этих делах разбираются. И разбираются в экономике предприятия, разбираются в том, что выгодно, как лучше организовать производство и с кем надо считаться. Вот, поэтому это вот довольно интересный такой пример. И, ну и пример того, что, ну, при том, что есть различия интересов, и это различие интересов нельзя замалчивать и игнорировать. Но это не значит, что нельзя, так сказать, находить те или иные компромиссы. Причем вот я уже вам отмечал вот эту особенность. Вот видите, там печать стоит, да, на каждой стороне. Зачем при издании вот эта печать? А затем, что когда вот это закончилось, работа над всем этим договором, генеральный директор сказал, что он подписывать это не будет. Вот этот договор. Не будет. И не будет, намекнул таким образом, что ему не дают это подписать акционер. И намекнул даже на то, что сам-то он не против того, что в этом колдоговоре. А как он может быть против, если они вели эти переговоры, договорились? Ну, отписывать не будут. Ну и по этому поводу, значит, можно сказать, очень нервничал председатель Александр Иванович Саржин. И он, так сказать, с нами вот советовался. Мы с ним этот вопрос обсуждали, и я ему сказал, зачем вам эта подпись? Ну, посмотрите, у вас юридический документ. Значит, ссылки на любой документ, вот скажем, кодекс, закон, они ведь идут на какую-то статью. А где она статья эта стоит? В начале, в конце, в какой главе, на какой странице? Это не имеет никакого значения. В соответствии со статьей 223, там, в соответствии со статьей 115, или согласно статье 14 и так далее. Поэтому, значит, вот я им тогда посоветовал издать этот вот коллективный договор вот в таком виде, в каком он есть. И подарить администрации достаточное количество экземпляров. Каждому докеру дать по экземпляру. И администрации подарить достаточное количество экземпляров для работы. То есть, потому что они по этим вопросам, вот вы уже говорили, что им нужно считать там финансы, там, балансы, и они должны рассчитывать расходы из прибыли, то есть они должны считать, какие расходы на осуществление тех или иных приложений должны быть задействованы. Ну и они стали этим пользоваться, и этой проблемы вообще как бы и нет. Никто этот вопрос больше не поднимает, и оказалось, что никто тут не подписывается, а здесь потому что подписана каждая отдельная часть, правильно? А раз каждая отдельная часть подписана, каждый отдельный приложение подписано, то, значит, все вступило в юридическую силу. А раз вступило в юридическую силу, то он, так сказать, не нуждается в том, чтобы отдельно как-то его подписывать. Более того, вот я вам приносил вот такой, можно сказать, красивый вариант, белый, вы его смотрели, там уже печати нету. Просто уже этот вопрос не поднимается, что тут что-то неправильно или что что-то подлежит сомнению. То есть там это перепечатка этого же самого договора, только с изъятием печати и подписи, и все. Перепечатано уже, и никто не говорит, что это никак, что это такое, а почему должны это делать, потому что с этим все знакомы. И вот вы это подметили, что такой договор является плодом длительных таких отношений, длительных партнерских отношений, которые связаны с вот этой работой. Например, тот же генеральный директор был такой, Южилин, брат того самого миллиардера двоюродный, который был генеральным директором, оказался очень толковым, умным человеком, с большим вниманием вот, вникал в содержание вот этого положения о повышении реального содержания заработной платы 24-го, потому что там есть такой механизм повышения реального содержания, который учитывает не только компенсацию инфляции, но и повышение, но повышение в зависимости от роста производительности труда. Производительность труда выражается там в обработке контейнеров, ТЭУС,
название одного 20-футового контейнера. Чем больше теусов вы перегрузили, чем больше теусов вы переработали, тем, значит, следовательно, выше производительность труда, тем, значит, на большую величину повышается зарплата. Выгодно это работодателю? Работодатель подумал и решил, что это ему выгодно, и тут и подписал с удовольствием. И это вот положение, оно, можно сказать, так очень признано и принято администрацией. Хотя вот тут пришлось тут всякие накрутить математики в это дело. Но такая была хорошая совместная конструктивная работа. Вот какие выводы мы с вами могли сделать. Ну, я хочу вас поблагодарить за хорошее выступление и посоветоваться с вами в отношении наших дальнейших действий. Значит, у нас остается с вами одно рабочее занятие, да, в следующий раз, 14 числа. Вот у меня есть такое предложение, что вы подготовитесь, и мы проведем тренировку экзамена. А именно, вы выбираете все два вопроса из тех вопросов, которые... У вас есть все вопросы, да? Или нет? В книжечке там есть вопросы, там много вопросов. Вы выбираете какие? Ну, такие, которые вам по душе, и которые вы лучше расскажете, которые позволяют вам продемонстрировать знания курса. Так, вы пишете на каждый вопрос по страничке примерно. Вот. И я думаю, что вот давайте мы сделаем так. Сегодня вы выступали по полудоговору, а так вы будете, вот у нас позволяет время и возможности, также выйдете сюда и будете отвечать. Первый вопрос, второй вопрос. Ну, я, если у меня будут какие-то замечания, вопросы или какая-то полемика, я это, соответственно, буду высказывать. Ну, потом сообщаю о том, какую оценку вы получили. Тренировочное. У нас тренировочное уже будет занятие. Так что все у нас игрушечное, в том смысле, что ваше выступление игрушечное, и мои, так сказать, оценки тоже игрушечные, потому что у нас потом будет неигрушечная консультация, где я хотел бы, если у вас есть какие-то вопросы по курсу или связанные с этим курсом, вот, поскольку я обязан на все ваши вопросы отвечать, я и буду эту обязанность выполнять. И 28 числа мы встречаемся здесь. Я отвечаю на ваши вопросы. Вот. А 11 числа января у нас будет экзамен, и там уже вы... Это, какие вы вопросы будете выбирать? Хотите эти, которые брали, хотите какие-то новые? Вот. Исходя из того, что у вас есть своя программа обучения, вот когда говорят «я учусь», вообще это как это краткое «ся» переводится «я учу себя». Правильно? Поэтому человек, ну тем более в магистратуре, сам готовится, повышает свою квалификацию, сам контролирует свое обучение, и какие он вопросы выбирает, это его дело. Точно так же, как и дальше. Скажем, в аспирантуре кто выбирает тему? Ну, выбирает тему тот, кто аспирант, а докторант, кто ему выбирает тему? Докторант, конечно. Другое дело, что она утверждается, она рассматривается, обсуждается, но человек должен иметь какую-то свою инициативу, потому что вообще-то учится он, а не так, что вот... То есть можно заставить человека делать что-то не творческое, а творческое заставить, это... Ну как можно вот... Это надо долго думать над своей работой выпускной, правильно? А как можно думать над тем, что не нравится? Это тут получается конфликт такой с психологией. Вот, поэтому хоть некоторые говорят, что надо вот браться за то, что трудно, это не так. Вот, скажем, в науке надо браться за то, что вам интересно. И то, что затягивает, завлекает, и вы этим занимаетесь, и все, бросаете остальное, начинаете втягиваться туда, и получается хороший результат. Хотя есть всякие обходные маневры. Вот, когда у вас что-то... Я, например, очень советую составлять всегда очень хороший план, конкретный. План доводить до тезисов. Вот вы составили план? Конкретно это что означает? Что если в вашей работе вот у вас будет выпускная работа, да, вот вы ее составили, план, вот у вас какой-то подраздел или параграф, сколько там должно быть пунктов? Отвечаю, не менее 7. Почему? Потому что у вас вот будет начало вашего параграфа, это значит из точки А в точку Б, две точки, и завершение из точки С в точку Д. Ну, хоть три точки на развитие темы надо оставить. И у вас не может быть без начала, без конца. У вас будет начало, конец, 3, 2, 4
три на рынке. То есть грубо, это не значит, что ну все, ну 6 вы сделаете, или 8, или 9, но где-то примерно так 7 пунктов. Пример. А после того, как вы сделали себе подробный такой план, тезис это что? Кто скажет? Положение, выносимое на обсуждение. Ну вот это, тезис все-таки это кратко выраженная мысль, кратко. То есть, когда вы пишете уже потом текст, то у вас задача богато написать, да, развернуто. А когда вы пишете тезисы, это, так сказать, мысль. Кратко, лапидарно выраженная мысль. Одна мысль, один тезис. И вот после как у вас есть план, вы берете и пишете тезисы, мысли. И такие тезисы хорошо обсуждать с научным руководителем, с тем, кто, с кем вы работаете. Потому что, а стиль уже написания у каждого свой. Например, если я бы там, вами руководил, я бы вам не советовал писать так, как я пишу, и не требовал бы этого, естественно, правда? А вот мысли мы можем обсуждать и, так сказать, достаточно, так сказать, основательно спорить, потому что мысли правильные или неправильные. Правильно? Так что можно, она соответствует истине или она не соответствует истине. Вопрос стоит об истине там. Поэтому тезисы позволяют увидеть всю идейную, так сказать, структуру, все идейное наполнение вашей работы, а потом уже получить, заняться ее оболочкой, оформлением, потому что на что-то вы ссылаете, на какие-то книги, с этими соглашаетесь, с теми не соглашаетесь, даете таблицы, даете еще какие-то подтверждения тому, что вы заявили. Да? И здесь как раз уже, когда у вас затвержден этот план и тезисы, то вы тогда можете, наоборот, разворачивать как можно более полную свою работу. И раз у вас в плане есть связь всех идей, то писать надо как? Некоторые пишут первую главу, а если я застрял на первой главе? Месяц не могу написать, второй не могу. И такие вот кризисы бывают при написании серьезных работ, и дипломных, и диссертаций. А почему, зачем вам писать первую главу? Вы смотрите, какой вот, дескать, ну это я бы сразу написал. Ну раз сразу вы написали, вы напишите сразу. Написали, это и врага окружили со всех сторон. А когда у вас уже все с кругом все написано, ну это уже, да, тут осталось последний решительный бой, там мы написали. То есть тут тоже надо понимать, что такое требование, значит, и вот браться за самое трудное. Не надо браться за самое, берите за то, что легче сделаете. Сейчас легче, это легче, а потом уже это не трудно. То есть человек в ходе вот этой умственной работы, он тоже вот эти вопросы решает. Тем более, что я хочу вам сказать уже и по своему опыту, у меня опубликовано больше, чем, не знаю, 314 или 320 работ. Каждый раз, когда ты начинаешь новую писать, такое впечатление, что ты никогда ничего не писал, и начинаешь думать, что бы такое сделать. Посуду помыть, пол подмести, там, сходить туда, сделать то, почитать вот это, почитать то. То есть это называется авторская болезнь. Как бы это ни делать. То есть надо тогда себя брать, сажать. Ну как сажать? Надо же вот так сделать, чтобы... Чай погреть, котика взять. Котика, обязательно. Так делать, чтобы это просто получалось, не без ломки. А без ломки, значит, надо брать простое, то, что получается, накапливать сделанное, чтобы у вас все время накапливалось, вот я это уже сделал, это сделал, это сделал. Осталось уже чего-то там доделать, и все в порядке. И тем более, еще лучше, если у вас будет там в этой большой работе уже готовая рукопись, а потом вы ее, а сейчас же очень легко на компьютере, вы берете там вот какой самый слабый разделчик у вас, вот этот, вы его переделали. Если вы его переделали, теперь это самый слабый разделчик вашего, вот этот. Вы этот переделали. Теперь слабый, самый, вот этот. Потом говорят, завтра сдавать, а у вас все время готово сдавать. Но у вас он все время, этот уровень все время повышается. Поэтому желательно, конечно, не так, что вот к концу, когда сдавать, уже готовая рукопись. Желательно рукопись сделать заранее, и пусть она лежит, а вы, как говорится, от нее отдыхаете. Или отдыхаете, или по мере, значит, принимаете снова за нее, там это доделали, вот это доделали. И это соответствует еще и такому подходу, как понимание того, что вы в науке двигаетесь от чего? От поверхности явления к сущности, правильно? А сущность не дана непосредственно. То, что вы написали первый раз, это еще не сущность. Это есть некое бытие. А снятое бытие, то есть взятое с отрицанием, это уже движение к сущности. А движение к сущности в этом смысле бесконечное. Сущность первого порядка, второго порядка, то есть продвигаться, вот, оттачивать можно постоянно. Постоянно. Я бы вам предложил, и вот это для той работы, которую я сегодня предложил, где еще и неожиданно, это очень трудно, потому что это конкретный у нас документ.
А я бы вам предложил вот тренироваться еще и тому, чтобы, ну, вот это можно делать в следующий раз, вы будете, вот вопросы вам даны два, на них надо отвечать свободно. Свободно, без бумаги. Потому что вы не Брежнев, а вы не Черненко. И я вот смотрю, получается, вот я недавно был оппонентом по докторской диссертации, человек прекрасно все знает. Он читает, 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 непонятно. Когда человек читает, не знает, что ли он хочет показать, что он умеет читать, то вроде мы и так верим, потому что если вы тут учитесь, то значит сдали аттестат зрелости. То ли человек привязан к этому, не свободен. Не увидно, что он это его мысль, не увидно, что он в этом уверен. Вот. Или, ну вы посмотрите, вот артисты, они же сколько раз репетируют. Неужели наша вот наука, она хуже, чем вот просто вот, чем занятие наукой хуже, чем деятельность артистов. Они это выдуманные там какие-то, выдуманные сцены, то, чего как бы, ну, вроде бы и есть, отражает жизнь, но это может быть и художественная только правда. А здесь у нас правда истина, и вот правда, я, говорит, правду истину вам прочитаю. Значит, это правда истина у вас, что ее надо читать. Почему она не идет тогда от души, от сердца и так далее. Как этим овладеть? Только одним образом, тоже тренировкой. Будете тренироваться, и ну как вот есть люди, как говорят, как учат раньше машинисток. Если вы начинаете учиться вслепую печатать, вы будете печатать вслепую. Если вы не начали вслепую печатать, да так всю жизнь будете вот так и печатать, как вот печатает у нас профессор у себя пальчиками. Потому что ей надо посмотреть, на какую букву она нажмет. А машинистка, когда печатала, вот я знал машинистку, которая обладала двумя сразу качествами, одним положительным, другим отрицательным. Она очень быстро печатала. То есть она за 2 часа могла напечатать 100 страниц. А второе отрицательное качество, что она не выполняла то, что с ней договариваешься, так сказать. Договоришься, завтра можно прийти? Можно прийти. Будет напечатать. Приходит, ой, я вам не напечатал. Ну, сейчас, посидите, сейчас напечатаю. Раз, и сколько бы у вас ни было страниц, она действительно через 2 часа вам отдает готовые. И все напечатано. Есть такие люди. Ну, вот такую легкость тоже нужно выработать, в том смысле, что вы свободно вот думали и высказывали свои мысли по тем вопросам, которые являются предметом вашей деятельности. Они тоже вас не заставляют говорить по тем вопросам, которых вы... Есть такие вопросы, в которых мы никогда не будем хорошо разбираться, потому что нельзя объять необъятного, как говорит Козьма Прутко. Вот. И, а Гегель говорит, что если вы хотите чего-то великого достигнуть, то надо себя ограничивать. Хотя уж он-то уж, можно сказать, энциклопедист, и да, очень широко изучил все. И тем не менее, вот такую мысль он высказывал, надо себя ограничивать. Но вот это ограничение как раз не должно сводиться к тому, что чего не делать, а чтобы вот это делать достаточно ярко и глубоко, то, чем мы занимаемся с вами. Вот, поэтому давайте так вот договоримся, что значит, в следующий раз, 14-го, вы выступаете каждый по 2 вопросам. Вопросы возьмите такие, которые ну, позволили бы вам продемонстрировать свое знание этого предмета. Вот, и глубину, потому что сама постановка этой проблемы, политически составляющая, она, в общем-то, заставляет брать не только чисто экономические аспекты, а широкие, так сказать, аспекты, связанные с борьбой классов и с политикой, и связи экономики и политики, все это вместе, и базисы, и надстройки, и так далее. Ну вот наши, так сказать, планы на ближайшее будущее и на перспективу. Спасибо вам за внимание и успехов!